Поздравляю. Полная победа. Был ли тысячелетний женьшень отправлен князю Джу из судебного надзора? Уже отправлен. Князь Джу сказал, что завтра рано утром в суде он предоставит отчет о деле его величеству, доказав, что убийства были совершены духами, и снимет запрет с управления. После ухода Дзюмина должность главы управления освободилась. Князь Ханье, что думаешь? Спасибо, ваше высочество. Я к вашим услугам и готов работать на вас. Где сейчас дух корня Вайды? Она все еще заперта в темнице. Хотя это странно. Духи возвращаются к своей первоначальной форме при огне. Даже тысячелетний женьшень не смог противостоять вашей стреле. Но только этот дух корня Вайды, кажется, не боится огня. Интересно. Принц, я постановил, что тот, кто поймает драгоценного духа, будет щедро вознагражден. Острогал! Старейшина! Сяолань, нельзя, чтобы тебя поймали! Сжечь. Пока не вернется в первоначальную форму. Глава Цзюмин, вашу рану только что обработали, не двигайтесь. Отдохните в своей комнате. Где Сяолань? Что вы с ней сделали? Где Фэйе? Я хочу видеть Фэйе. Принц Е сейчас находится в высшем управлении. Он поручил мне хорошо позаботиться о вас и передать одно сообщение. Откажитесь от тьмы ради света. Приведи ко мне Фэйе. Быстро! Я советовала тебе не делать этого. Никогда не думала, что до этого дойдет. Может быть, бедствие в судьбе неизбежно? Почему? Если это мое бедствие, зачем вредить ей? Зачем разрушать зал трав? Небесный цикл действует по причине и следствию. От этого никто не может укрыться. О какой именно причине и следствие вы говорите? Когда-то вы были императором Дзю, бессмертным целителем на небесах, который во всех своих путешествиях влюблялся в Ланчжэнь. Вы посвятили ей свою жизнь. В день вашей свадьбы Ланчжэнь внезапно тяжело заболела. Чтобы спасти ей жизнь, вы использовали магию, чтобы даровать Расу бессмертие. Но эта бессмертная Раса не спасла жизнь Ланчжэнь. Вместо этого травы Северо-Восточной горы обрели разум и стали духами. Небесный Всевышний был в ярости.
Почему нарушил небесные правила и тайно превратил травы Северного моря в духов? Чтобы спасти жизнь того, кого я люблю. Разве ты не знаешь, что бессмертные не могут влюбляться? Если бессмертные не могут любить, то я готов стать смертным. Даже если ты бессмертный целитель, ты не сможешь ее спасти. Сколько бы ни старался. Ты сожалеешь о том, что влюбился в нее? Ни за что. Очень хорошо. Ты не раскаиваешься. Я понижаю тебя за смертного. Ты должен будешь уничтожить всех духов. Иначе твоя душа и тело будут уничтожены, и ты не переродишься. Неожиданно. Небесный Всевышний низвел тебя в царство смертных, чтобы уничтожить духов. Но в итоге ты влюбился в духа Сяолань. Но почему? В моих снах Сяолань и Ланьчжэнь выглядят совершенно одинаково. Может быть, Сяолань — реинкарнация Ланьчжэнь? Когда я увидела ее, тоже была в шоке. Ланьчжэнь была смертной и не должна была перевоплотиться в духа. Если только... Ланьчжэнь была не простой смертной. Это займет много времени. Да. Kan风微蝶飞过你背风，不过平生一场。